Так. Смотри, главное, чтобы я, во-первых, жена, но меню никто как бы не говорил, что я могу посмотреть. Ты понимаешь, о чем я, да? Да. И вот когда я хочу идти куда-нибудь, в какое-нибудь место попаду, допустим, да, там, барчик или ресторанчик, вдруг такое будет возможно в нашем проекте «Игры реальности», то я бы хотел, чтобы я, когда присел за барную стойку, какая-нибудь милая девушка увидела эту прическу, подошла ко мне такая и сказала: «Молодой человек, здравствуйте, не хотели бы вы меня чем-то угостить?» Я говорю: «Нет, не хотел бы». Она: «Ну и не надо, хотите, я вас угощу». А ей такой: «А я женат». Тогда сделаю. Сделай, Рауф, братиш, ты красавчик. Короче, брат, брей. Брат, брей. Сейчас, один момент. Качает. Просто в этом барбершопе реально качает все. В этом барбершопе реально качает все. Не, всем нравилось, но дай быстро эту книгу жалоб, короче, давай. Все, 2 минуты спокойно сидишь, отдыхаешь. Ты уже красавчик, я вижу. Уважаемые смотрители, сегодня я нахожусь в Бродвее. И сейчас проходит процедура, которая впервые в жизни со мной проходит. Если вы видите меня в таком виде, это очень модно, трендово, стильно, молодежно. Это стильно и молодежно? Да. 100%. Только через 2 минуты. Скажи, пожалуйста, это же абсолютно бесполезно. Абсолютно. Понятно. Отдельное спасибо Кириллу за такой сервис. Я вижу, что на меня смотрит бабуля, а уже отвернулась, и она немножко в шоке. Бабушка, это модно! Это модно! Давай, Раф, раз, давай. Я бегу. Раз, два, три. Ты что, помолодел года на 5, наверное, да? Слушай, а красиво, а? Ну реально красиво, блин. Это не тот Вась Васич, это реально? Блин! Что ты дернулся, горячий, но все равно. Блин, это круто! Ребят, реально круто! Красавчик! Стопой! Теперь ты на стиле. Сейчас, да. Привет, красотка, чё, как дела? Ну-ка, подойди сюда. Да, там есть лавеха, целый пресс. Чё ты хочешь? Давай, со мной здесь. Это брат Брейк, заходите сюда всегда, потому что, ребят, реально, я сейчас себя чувствую другим человеком. Абсолютно! Абсолютно, блин, мне правда нравится.